Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс, и мы на аккаунте Михалыча отправляемся на рейд базы выжившего. Итак, у нас голод, жажда нормально, нереально. Топоры есть, оружие есть, броня есть. С4 есть, задания выполненные тоже есть. Остается только найти немножечко покушать. Если что, этот кексик, я думаю, утолит наш голод, жажду. Тем более у нас есть почта. И я думаю, что на рейд мы попадем, на котором тоже найдем себе еду. Надеюсь, что мне мой чоппер с большущим количеством свободного места в багажнике очень-таки сегодня понадобится. Потому что, ну, хотелось бы зарейдить базу уже какую-то поинтересней, пожирней, погуще, как говорится. Баян, походу, как я читаю. Как вы читаете, напишите в комментариях, как вам прочиталась эта база. База Баян. Прибыли мы на базу Баян. Ох ты, чё, леопардовый узорчик. Мы, правда, как гепарда. Ты чё, хочешь, чтоб я вышел с этой территории? А, так тут багажник не надо лутать, тут можно лутать прямо вот так вот. О, то есть пацан реально намекает на то, что на этом рейде нам понадобятся топоры. Так, видно, что парень не терял времени зря и убивал ведьму. Ну так, что дальше мы сможем найти? 3 карточки сержанта. Нормально. Баянчик, ты чё? Вижу колья вокруг. Ну, я думаю, что пора, наверное, взрывать. Другого варианта я просто не вижу здесь. Сейчас мы взорвем. Welcome. Ну тогда взрываем именно сюда. Почему-то именно когда у welcome рвешь, постоянно везет. Бабах. Произошел. Есть несколько ящиков. Турелька. То есть турелька именно вон, где она. Давайте туда зарубимся, почему бы и нет. Я так понимаю, что возможность есть. Турель должна охранять что-то хоро. Турель, ты что делаешь, а? Бешеная турель. А у меня дробовик просто мега сносит зомбятину. Не-не-не, ты по зомбятине стреляй. Я понимаю, что ты любишь и по турельках погатиться. Но здесь гатить турели нельзя. Ну как, можно, но не надо. Лучше не надо. Сейчас мы с помощью кулачков своих... Пускай наша девушка Михалыч работает и кулачками снесет вот эту вот турельку. По-моему, 3 уровня. Well done, ребят. Сделано. И, наверное, в этих красных ящиках я скрещиваю пальцы даже на ногах, ребят. Надеюсь, что здесь хороший лут. Огнестрел. Как вы думаете, свершится предначертанное или все-таки нет? Ну, то есть я все-таки не ошибся, здесь оружие. Оружие. Да, но хотелось бы с огнестрельчика почему-то. Почему-то именно огнестрельчика хочет. Миниган, неплохо. Миниган, миниганище. Давайте попробуем залутать еще ящиков. Что? Еще больше ближнебойного оружия. Оружия много не бывает. Так, а вот... Ты кто такие? Я вас не звал. Идите на кол. Меня дробовик просто мега сносит этих зомби. Просто убийца зомбятина. Идите сюда, по одному. Толпой идите, я всех порешаю. Короче, разнес. Разнес полностью. Так, ну это не. Ну это не как-то не серьезно. Катаны, мачете, ну, разрушители какие-то, да, еще. Ну, труба 29 урона, но я думаю, мачете будет получше. Итак, что здесь еще можно взять? Давайте, кексик. Сидим. Праздник все-таки. Нашли хорошую базу. Я думаю, пора сместиться к нашему чопперу и посмотреть, что мы сможем уже вывести.
Так, ну блин, я вот этот узорчик вывезла. Чё, вонять начала наша девушка. Миниган поедет с нами домой. И давайте катанки тоже отправим домой. Катана оружие очень хорошее. И я, в принципе, люблю с ним пошалить. Но прежде чем мы что-то будем делать, давайте сольемся об колюшки. Сольемся об колюшки и вернемся на эту базу, таки уже сохранив тот лут, который у нас есть. Очень удобно. Именно этого я и хотел. Именно сегодняшний день мне очень повезло по рейдам. Ну как очень. На аккаунте Бухалыча повезло, но чуть-чуть не произошло непредвиденного, и меня чуть там не отбудохали. Но зато я забрал там неплохой лут. Огнестрел там был, там все было. Так, а у нас тут миниган, у нас тут катаны, у нас тут винчестер. Ну, то есть не винчестер, дробовик и кувалда. Кстати, ребят, кувалдочка уже готова. Ждет, ребят, кувалда. На этих выходных снимем. И я думаю, на следующей неделе у нас будет кувалда в реальной жизни. А вот вы можете написать в комментариях, что, какие предметы уничтожать кувалдой. Вот именно какие предметики чаще всего попадутся в комментариях, такие предметы и буду уничтожать. Ну, конечно, в пределах разумного. Там, ну, вы сами понимаете. Никаких живых или дорогостоящих предметов. Так, а мы продолжаем рейдец. Смотрите, там песик спит или он под... Не, я думаю, он не сдох, но он спит просто. Давайте выйдем. Выйдем на глобалку и продолжим наш рейд. Я понимаю, что эту базу можно было бы еще больше обыскать. Найти какие-то закоулочки, найти какие-то скрытые тайные уголки, но нет, ребят. Я понимаю, что я нашел ящики с оружием, и нужно довольствоваться тем, что есть. Как бы лучше, что синица в руке, чем журавль в небе. Ну, по крайней мере, я так думаю в данный момент. И сейчас мы прибыли на указанное нами место и, конечно же, заберем свой труп. Первым же делом. Второго вышка. Вышка второго левела. Первый раз, кстати, я вижу на рейде второго левела вышку. Везде недоделанного первое. Везде просто недоделки всякие. А тут прям вот так вот. Прям шикарно. Ну, вы видите, что все-таки меня не покидает. Мысль о том, чтобы продолжить взрывать стены. Поэтому C4 я оставил. Разрушитель забираем. Ну и трубу давайте, она все-таки улучшена. И этой трубой можно парочку бошек-то снести у зомбятины. В этом ящике пустотища. Блин, да что за пустотища? Ну не могли наксыпать какого-то хорошего лутца? О, ну вот такой лутец мне вообще зайдет за милую душу. Вот именно такой лутец я и ожидал. Ну, маловато будет. Маловато. Маловато, маловато. 72 шума. Кто бы сказал, что ищи еще, Михалыч? Я тоже бы так сказал. Но, наверное, пора посетить чоппер и выложить туда немножечко лутца-холодца. Как будет тролление громила идти, я не знаю. Я бы вообще попробовал бы вынести и разнести всю базу. Ну, это пока что только мечты. Но мечты, как говорится, сбываются. Что? Конечно. Вот оно что. Ну, ладно, уже и эти сержантские талоны тоже мы заберем. Хотя не особо и хотелось. Сюда не рублю, потому что там вообще пола нету. Пола нету, думаю, там пола нет, нет монет. Давайте срубим синий и желтый ящик. Почему бы не сделать именно так? Есть ящики, почему бы и не рубить? Ё-моё, что вы говорите? Опа, дробовик, настало твое время. Держите, ребят, и вас вылечим, и вас вылечим. Ну, я думаю, что, в принципе, да, я заберу топоры, почему бы нет?
Я думаю, что крафт топора приблизительно ровен той же мачете. Поэтому думаю, что этот лут... Этому луту всегда будет у меня место. И как бы я не особо расстроен, что я нашел кучу топоров или кирок. Почему бы и нет? А этот бензин мы сможем сейчас залить в чоппер. Также хочу посмотреть, что в этом желтом ящике. Ё-моё, ребят, так это же какая-то аптека. То есть аптечки однозначно приоритетней топоров. Я топоры оставляю. И, в принципе, да, и бензин сейчас зальем. Просто сейчас экономно все сделаем, так что даже 3 бутылки бензина зальем. Хотя я понимаю, что это не так уж для нас важно, но главное, чтобы у нас вышла экономия, должна быть экономной. Так, 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 желтый ящичек хороший. Аптечек много не бывает. Тем более большущих аптечек. Когда у вас заканчиваются большущие аптечки, я вам скажу, у меня такое было, и переходишь на бинты, которых у меня валом, то немножечко эта привычка к шикарному восстановлению, быстро, мега-быстрому, она остается. И... Опа, опа, вы чё, охренели? Турель еще одна. Блин, а сколько шума нанесет срубка. Вот это жесть, ребят. Вы представляете, что здесь может быть? Вы просто представляете? Я думаю, что тут просто мегалодон лут. Не знаю даже, что тут может быть. Я просто сейчас просто в недоумении. И представляю здесь очень шикарный лут. Ну, то есть черные ящики всегда в себе несли огнестрел. Хочу надбить все и хочу посмотреть в всех ящиках, что здесь есть. Если же нет, то я уже нашел хороший лут. Если громила, ну, как бы не затроллится. Троллить я громилу буду с этой стороны. Приблизительно вот так вот бегать от ящика к ящику. То есть вот так вот. И он должен затроллиться все-таки хотя бы разочек. Да, конечно, затягивает, затягивает этот рейд. Хотелось бы... То есть у меня нету шанса уже не открыть ни один ящик. Биты всякие. Короче, я понял. Короче, дело к ночи. Что у нас по луту? Да? Я даже, наверное, надбить их не смогу. Они просто сейчас наберут максимальное количество шума. И все. На этом будет закончено. Да. Противогаз. Да, здесь может быть бронь. Да, так и есть. То есть, ребят, я надеюсь, что громила затроллится. Скрещиваю пальцы, как говорится, на ногах, на руках, у себя. Ну, блин, ребят, ну, громила, ну, пожалуйста. Есть. Есть на попе шерсть. Ждем, пока громила пробежит кружочек почета, и это время мне добавится к лутанию ящиков. Ой, блин. Я понимаю, что я пролетаю. Громила, прошу тебя, дай мне набрать брони. Ой, хорош. Брони надает мне громила набрать. Сейчас 2 сета брони. И просто руки в ноги. И run for life. Блин, хотелось бы еще один сет одеть на себя. Ну. Есть, пошел. Ушел. Громилион. Вот так вот сделаем. Так, что мне не хватает? Торса. Торса не хватает. Сейчас мы быстренько дождемся. Барам-бам, барам-бам-барам.
Торс. А здесь просто одеваем. Одеваем. Блин, да что ж такое? Громила уже бьет в голову. Я чувствую это. Все, ребят, я просто ухожу. Больше у меня сил нету. Терпите вот эти вот побои от Громилы. И этот рейд просто мега шикарен. Не согласитесь ли вы? Думаю, даже дележку смысла снимать нету. Хотя можно было бы это снять, да? И как мы делимся? Ну, думаю, это не особо интересно. Ролик занял очень много времени. Куча аптечек. Куча брони. Куча оружия. Редкого оружия, миниганы, улучшенные модернизированные М16, калаши, Скорель, Глок. Я думаю, это все просто подняло настроение на максимум. Вам, ребят, спасибо за то, что смотрели. Я думаю, мы уже приехали на базу и быстренько сейчас просто что-то вот максимально, что первое в руку попадет, выкинем нашему, нашему рейдеру. Рейдер, ты могучий. Гоняешь, ставит туч. Иди сюда, ты мой рейдер. Мы тебя расцелуем. За такие базы вообще расцеловать вас мало, рейдеры. Оу, еще и какие-то туповатые рейдеры. Походу, даунитов. Рейдер, ты че? Немного перепил, что ты даешь мне за 3 талона вот такой вот рейд. Да, рейдер, далеко ты не зайдешь. Нажимаем поделиться, ребят, и пускаем ресница на одном месте ресница. Всем спасибо за то, что смотрели. Не забывайте оценить этот видосик, поставив палец вверх. Также оставляйте свои подписочки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видосов. Пишите комментарии. Постараюсь каждому ответить. Всем пока-пока, удачи и увидимся в следующих видео.